Рассказываем, как мы играем в кальмара. Для этого нам потребуются такие реквизиты. Маска кальмарная. Кальмар. И напиток, который потребляется с кальмаром. Значит, сюжет игры в кальмара у нас взят из серии, где идет перетягивание каната. Мы будем перетягивать вот этого кальмара. Два участника игры берут этот кальмар в рот и тянут в разные стороны. В конце концов, кальмар окажется у одного из игроков. Тот, у кого окажется кальмар, тот побеждает. Победитель пьет напиток, проигравший надевает маску и завидует тому, кто пьет напиток. А перед игрой поем песню «Кукла смерти». Ставки делаются, пока участники игры поют. Три раза поют песню «Куклы смерти» из первой серии. Начали. Мугун хвакочи пьё симнида, мугун хвакочи пьё симнида, мугун хвакочи пьё симнида. Ставки сделаны. Игроки берут кальмара, тянут каждый в свою сторону. Победил Коля. Победил Коля. У него кальмар. Лена надевает маску. А Коля запивает кальмара напитком. Да. Вот так мы играем кальмара. Начали. Мугун хвакочи пьё симнида. Мугун хвакочи пьё симнида. Мугун хвакочи пьё симнида. Победила Лена. Маску надевает Коля. А Лена пьет напиток. Вкусно. Пишите, как вам наша идея игры в кальмара. Мы за игру в кальмара, честную и безопасную. Это точно. И желательно при этом очень-очень вкусную.